Вниманию водителей и пешеходов. На улице Зарубина в Йошкар-Оле появился новый пешеходный переход. Необходимость в зебре у ворот гимназии номер 26 назрела давно. Этот участок дороги то и дело перебегают школьники и их родители. До недавнего времени здесь были только лежачие полицейские, не обязывающие уступать дорогу пешеходам. Напомню, тему установки переходов на потенциально опасных участках дороги мы подняли в наших выпусках новостей после появления новой зебры на улице Успенской возле правительственного комплекса. Пешеходный переход здесь вызвал целый ряд вопросов у горожан. В управлении городского хозяйства нам пояснили, что установка пешеходного перехода в этой части улицы Успенской вызвана письменными обращениями жителей Йошкар-Олы, жалобами на то, что здесь сложно перейти дорогу. Тогда телеканал «Регион-12» и обратил внимание чиновников на то, что в Йошкар-Оле существует много улиц, где установка пешеходных переходов не менее актуальна, о чем свидетельствуют сообщения, поступающие в редакцию. Приведя в пример улицу Зарубина, обращение было услышано, и в итоге здесь появился новый пешеходный переход. Еще один проблемный участок в микрорайоне Звездный. Не нарушив правила, отсюда можно только выехать на транспорте. Пешим ходом нарушения неизбежны. Здесь нет не только зебры, но и пешеходных дорожек. Участок Ленинского проспекта у гимназии номер 14. Здесь пешеходный переход убрали уже давно и отгородили проход от пешеходной зоны, примыкающей к школе. Но все равно здесь то и дело норовят перебежать дорогу и дети, и взрослые. Расстояние между светофором и ближайшей зеброй немалое. Вероятно, в мэрии смогут оценить целесообразность возвращения перехода. Кстати, если у вас есть предложения об улучшении улично-дорожной сети города, можно направлять их в редакцию телеканала «Регион-12». Адрес электронной почты вы видите на экране.